Отлично. Сейчас давайте начинаем учить. Мы уже учили эту связку, но мы ее сейчас чуть-чуть добавим в нее некоторые элементы. Хорошо, давайте учить заново и попробуем. Те, кто уже учил, можете уже, если вы знаете, прокачивать себя в этом танце. Если нет, если мы не учили, то учим как для него. Учим и давайте для начала мы выучим сначала ноги, потом руки и соединяем. Движениями. Раз, два, три. Что мы для начала делаем? Мы топаем сильно в пол. Высоко поднимаем ногу и в пол. То есть мы не долго задерживаем, мы просто вот так пум-пум. Просто бьет в пол. Представьте то, что у вас там вы соседи, которые долбят вам каждый день, и вы им мстите. Тоже им долбите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Еще раз медленно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки, что у нас делают? Руки у нас делают практически то же самое. У нас руки поднимаются у плечей, ладони вниз смотрят. Ну, то есть не вот так вот, то есть не вот так вот, ладони вниз. И мы прям целенаправленно. Вот у нас, если положение того, что у нас руки у плечей, значит, у нас нога поднята. И мы опускаем вместе, вот так вот, пум, от себя к себе, от себя к себе, от себя к себе, от себя к себе. И смотрите, и мы также делаем удар, как будто бы в пустоту, но как будто бы мы направляем ветер в пол, чтобы опять же отомстить нашим злым соседям. И вот так вот должно выглядеть, ну, именно это движение. Ну, чтобы вы поняли суть. И давайте его выучим. И раз, сейчас. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Но также не забывайте то, что мы не делаем это с прямой спиной. Мы не делаем вот так вот. Это не то. Дайте больше амплитуды этому движению и делайте вместе с корпусом. Сейчас посмотрите вот. Видите, у меня прям действует корпус. Вверх, вниз. Вот. Вот у нас движение. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И так же у нас получается все вместе. И раз, и два, и три, и фу, и пять, и три, и пять. Вот так вот, сейчас боком смотрим. И раз, и два, и три, и фу. Давайте, и побыстрее чуть-чуть. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Отлично. Можете пока повторять это движение. Я сейчас быстренько завяжу шнурки. И вы пока повторяйте их, запоминайте эти движения.
Но что ритм там достаточно быстрый. Ну, не очень. Хорошо. Делаем. Раз. Там ритм примерно вот такой. Раз, два, три, четыре. Хорошо, мы выучили это движение. Но мы делаем не только вниз. Мы делали вниз, 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 вниз. И дальше ноги у нас делают то же самое. Только руки меняют направление. Делают вверх, 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 вверх. То есть мы делали раз, два, три, четыре. Меняем. Пять, шесть, семь, восемь. По-моему, нет, а по-моему, вот так вот мы топаем вниз, 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 правой ногой, потом мы быстро переступаем и другой ногой топаем уже вверх. То есть, смотрите, мы делали вот так вот, правой ногой топали. Дальше мы быстро перебегаем вот так вот на другую сторону и делаем то же самое, только другой ногой и вверх толкаем. То есть мы от себя, а это вверх, вверх. Угу. Хорошо. И давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Давайте чуть-чуть быстрее, прям чуть-чуть. И раз, и два, и три, и четыре. И пять. Да, наверное, сначала вверх, 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 вниз, вниз, вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поняли? Давайте еще раз. Можете повторять под свой счет, какой вам удобно. Ну, а те, кто могут построиться под меня, можете построиться под меня. Просто сейчас пока что запоминаю, какая чередовность. Вниз или вверх, вниз, и так далее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь что мы делаем дальше? Мы остановились вот так вот, получается. Дальше мы, у нас работают плечи. Для начала учим плечи. Смотрите, у нас делают руки. Тун прям плечом. Знаете, как будто бы, ну, рука у нас стоит на месте вдоль тела, и мы вот так вот закрываемся от чего-то и увернем. Вот так вот, ставим руку у плеча, вот так вот, и пум, вот так вот, удар, вот так вот. Мы такие смотрим и от тебя защищаемся, защищаемся. И так, так же другим плечом, вот, как у нас работают плечи. Угу. Другой, рукой. Раз, два. Теперь чередуем. То есть руки у нас делают просто вот так вот. Пум, к плечу, плечу, плечу. Также у нас плечи работают, да? И также с руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. Сейчас. Хорошо, я просто вспоминаю, что мы дальше будем учить. Сегодня мы половину выучим, а на следующем уроке... Простите. На следующем уроке выучим уже до конца. Или никак даже. Можно вопрос? Можно вопрос? Да. Это танец под какую песню? Джерусалема. Она есть в чате у родителей. Можете попросить. Хорошо. Вот. И так. Но мы все равно сейчас будем повторять под музыку также, и вы сможете понять, что это за песня. Раз, защищаемся, защищаемся, плечи, плечи, плечи. Да, дальше у нас что делают ноги в этот момент? Они у нас вот так вот. Мы показываем нашу пятку вот так вот, разворачиваем, подставили другую ногу. Также у нас, ну, если вот так, то вот так. Пум, пум. В какую сторону действует плечо противоположную этой пятке. Ну, давайте получается вот так. Пум. И пум. И пум. Научитесь просто делать вот так. Пум. Так. Все. Поставили. Быстро только надо вот так вот.
Поняли? Итак, раз, и два, и три, и четыре. Еще раз. Раз, и два, и три, и четыре. И еще раз. Раз, и два, и три, и четыре, и. И почему я ставлю «и», чтобы «и» ставится в танец? Для того, чтобы в одну и ту же точку можно было поставить. То есть раз, значит «и», два, «и». Ну, чтобы больше растянуть счет. Раз, два, три, четыре, раз, и, два, и, три, и. Хорошо, делаем раз, и, два, и, только ноги. Учим ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, также, если мы делаем уроки, у нас задействован корпус. Он у нас чуть-чуть наклоняется вперед. Видите? То есть я делаю не вот так вот, а делаю вот так вот. Потому что это красивее. Так что делайте все чуть-чуть ниже. Всегда корпус действует. То есть не надо стоять как палки. Давайте движение вместе с руками и плечами. Раз, и два, и три, и четыре. И после каждого удара плечом мы ставим руки на место. Раз, зафиксируйте руки. Раз, повернули руки у нас, так как ноги, они у нас стоят. Тум-пум, тум-пум. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Давай попробуем соединить первое движение и вспомним. Итак, сначала мы вверх, да? Пять, шесть, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Дальше меняем ногу вниз. Семь, семь, восемь. Плечо, 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 плечо. Дальше мы что делаем? Мы берем и вот так вот поднимаем, уходим вперед и поднимаем руки. То есть получается, ну вот представьте, вот перед вами вот такая дверь, которую надо вот так вот поднять. И вы, чтобы пройти, вот так вот поднимаете. И получается, мы делаем 5, 6, 7, 8. Мы поднимаем так вот руки. Раз, два, вверх, 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 себе. Вверх, себе, вверх, себе, вверх, себе. Ноги у нас просто выходят вперед. Ну, назад после этого не надо уходить. Пять, шесть, семь, восемь. Наверное, мы даже можем не уходить вперед, просто на месте топать. Пять, шесть, семь, восемь. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Отлично. Теперь попробуем вместе с плечами. Ну, движение. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, восемь. Хорошо. Что делаем дальше? Давайте повторим с самого начала очень медленно, чтобы все совместить. Пять, шесть, семь, восемь, вверх, 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 вниз, вниз. Вниз, вниз, плечо. Поставили плечо, поставили и на месте вверх. Отлично, чуть-чуть быстрее. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Меняем. Пять, шесть, семь, восемь. Плечо, плечо, поставили плечо, поставили и на месте шагаем.
еще быстрее. Чуть-чуть прям. Каплюшку, как говорится. 5, 6, 7. И 8 раз. И 2. И 3. 4, 5, 6, 7, 8. Плечо, 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 плечо. Поднимаем вместе. Хорошо. Сейчас давайте попьем водички и попробуем все это повторить под музыку. Но для начала, чтобы вам не было сложно сразу быстро под музыку подстраиваться, давайте попробуем танцевать в темпе, как в музыке. Потому что, чтобы вам было легче подстроиться под музыку. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, и 2, и 3, и 4, 5, 6, 7, 8. Вот такой там ритм будет. Но, смотрите, сейчас, когда я начну танцевать, вы уже подстраиваетесь. Потому что там вообще ритм одинаковый, но там начинается музыка уже. Ну, больше инструментов. Просто смотрите за мной. Вот, сразу не начинаем. Там будет проигрыш небольшой. Давайте попробуем под музыку. Да, не забывайте то, что на этом движении мы не просто пятимся, мы с волной, мы подныриваем. То есть 5, 6. То есть мы из снизу вверх и выплываем вот так. 5, 6, 7, 8. Еще раз под музыку. Вы сейчас просто послушали, чтобы примерно понимать. А сейчас давайте отдохнем, но в другом виде. Мы будем танцевать как захотим, что захотим и как умеем. Это вид отдыха. Просто поотдыхайте и просто, ну, потанцуйте как захотите. Не надо стараться повторять за мной или просто там долбить. Просто отдохните, танцуйте вот как захотите. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just let me. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be controlled.
Отлично. Сейчас давайте отдохнем и попьем водички. Дышим. Дышим, отдыхаем. Вдох. Глубокий-глубокий и выдох. Дышим, отдыхаем. После энергетического танца. Сейчас давайте повторим наш танец. То, что мы выучили сегодня. Пачка, потом под музыку. Потом еще один свободный танец, и у нас будет растяжка. Давайте подсчет быстро. Но быстрее, чем мы всегда. Один раз. Приготовились. 5, 6, 7, 8. Вверх. 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 И вниз. 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 Плечо. 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 Поднимаем волной. Отлично. Сейчас давайте под музыку. Спадаем. Отлично. Также не забывайте, когда вы сделаете проигрыш, танцуйте просто вот так вот. Проигрыш, вот так вот ждите, разгоняйтесь, а потом начните. Давайте еще раз под музыку. Отлично. Танцуем как хотим и растяжка. Яка Педрико Феллине, дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Яка Педрико Феллине, дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Черные глаза, ой-ой-ой, война, я уже скажу с ума, надо точить динамит, червали мне подходи, все внутри меня горят, ну-ка, мамы, повторяй, ты такая одна, ты так беспощадна, хочу к тебе подходить, но маловероятно, все внутри меня горит, ну-ка, мамы, повтори, ой, мы сейчас нам с тобой на паре. Я как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине.
ночи, главную роль в картине я, как Фредерик Фелене, Оскар этой богине, словно куклу Барби на бине, дочей главную роль в картине. Будь моей, 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 и нам светят тысячи одной, и получим мы свой Оскар, улетим за семь морей. Отлично, хорошо. Отдыхаем, дышим. Дышим, хорошо. Сейчас вдох, выдох. Вдох, 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 вдох. И выдох. Отлично. Сейчас давайте под музыку вспомним то, что мы сегодня учили, и будет растяжка. Вспоминаем. Конечно. Хорошо. Сейчас у нас будет растяжка. Растяжка обязательно, потому что нужно после энергичных танцев растянуться. Иначе у вас все будет болеть. Так что желательно не уходить. Стягиваемся. Это растяжка, это очень-очень полезно. Так что не рекомендую вам уходить с растяжкой. Так, смотрим. Повторяем за мной, так тянемся, не надо смотреть. Тянемся, главное, чтобы чувствовать, теперь как вы тянемся. Иначе, если вы просто будете сидеть, я тянусь, я не тянусь, я не чувствую это. Садимся в бабочку. Все должны знать, что такое бабочка. Если что, смотрите на меня, вы так все поймете. Да, у нас ноги не перекрещены. Мы не вот так вот сидим. Именно вот так вот. Носочек к носочку, пяточек к пяточке, как говорится. И тянем слегка наши коленки. Вот так вот. Ну, так вот слегка. Если вы сейчас будете... Ну, что-то слишком легко. Тяните сильнее, но не надо себя перетягивать. Тянем. Дальше. Тянемся. Давайте. Я вот прям чувствую то, что у меня ноги тянутся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь тянемся вперед. Ножки у нас лежат так же, в самом зафиксированном положении, которое нас тянет. И тянемся вперед. Должны лезть на наши ножки. Сюда вот. Живочком. Живочком. И тянемся вперед руками. Раз, два. Ой, тянутся руки. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, еще восьмерку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, еще прям тянемся, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы что делаем? Мы делаем папу, лягушку. Я всегда их путаю. Значит так, мы ложимся на живот. Вот так вот. Ложимся на живот. Ноги сзади у нас лежат бабочки перевернутые. Получается вот так вот. Вот так не лежим. Должны чувствовать, как у нас тянутся ножки.
Наша задача также соединить здесь наш хвост. Чувствуем? Да, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь одну из ножек выпрямляем. Любую. Вот так вот. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Другую ножку меняем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Восемь. Теперь у нас ноги лежат в квадрат. Вот так вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь делаем березку. Березку. Это мы ложимся на спину. И мы должны прямо выпрямить ноги вперед. Но не вот так вот. Мы поднимаем наш таз. Они должны у нас смотреть точно вверх. Они у меня не получаются. Они у меня почему-то загибаются вот сюда. Это очень странно, но ничего страшного. Вот. Раз, два, три. Раз. Ой, я падаю. Раз. Вот видите? Ой, я падаю. Давайте, ну ладно, хоть как-нибудь. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мостик. Не детский, взрослый. Давайте. Приготовили. Ладно. 5, 6, 7, 8. Встали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Теперь что мы делаем? Одна ножка выпрямляется, любая, какую хотите. А другая назад вот так вот сгибается. Вот. Вот так вот. И вот так. Сейчас мы тянемся выпрямленной ноги. Ноги. Ложимся на нее. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Меняем ножки. Итак, тянемся. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Сейчас давайте шпагатики. Да, может, я что-то забыла? Нет, все правильно. Да, я забыла, вот как всегда. Мы сейчас ножки по сторонам вот так вот, не шпагаты, вот так вот. И тянемся вперед, тупо вперед. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь уже шпагат. Шпагат правый. Делаем правый. Ставим вот так вот. И у нас ножки разъезжаются и выпрямляются. И мы садимся. Раз, два, три. Нога сзади у нас смотрит потолок. Пясочка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Меняем ножку. Точно так же, только другой ножкой. Ага. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8.
5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Поперечный шпагат. Встаем. Ножки у нас разъезжаются. И мы не садимся на попу в итоге. Нет. У нас попа выдвигается вперед. И мы ложимся на живот. Вот так вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь ваш любимый момент. Вы можете спросить все, что захочете, и мы сможем познакомиться с тем, кто опоздал. И добавьте ваш любимый момент. Сейчас пододвигаю камеру. И я вас всех наконец-то вижу. Кто хочет сказать или задать вопрос? Можете давайте знакомиться. Музыку плохо было слышно. Это так всегда. В этом ничего страшного нету. Но ага. Зато хоть как-то было слышно, потому что это все со связью связано. Кто первый раз, можем знакомиться. Но, в принципе, я всех знаю. Кто хочет еще сказать? Я хочу потанцевать. Да, конечно, говори. Я хочу потанцевать, как я хочу. Мама, я хочу сейчас. Ты можешь в протяжении дня так делать. Ну, хоть как ты занимаешься спортом. Хоть танцуешь, как захочешь. Но на наших уроках мы обязательно танцуем, как хотим. И будем чаще танцевать, как захотим. Я вам обещаю, если вы так хотите. Я знаю то, что вы хотите. Кто еще хочет сказать? Так, София. Да? Здравствуйте, меня зовут София Вероника, и мы люди, которые опоздали на 32 минуты, извините. Ничего страшного, класс. А вам понравилось? Да! Класс. Так. Кто-нибудь еще хочет сказать? Спасибо за урок. Спасибо. Не за что. Кстати, следующий урок также в 7 часов вечера до 8 часов вечера по московскому времени во вторник и в следующий четверг. Всех жду. Будем доучивать дальше. Наверное, пока я